Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Так, собираем это дело, сразу же возобновляем. Что я сделал? Я же не поставил задание на мясо. Так, это сделали. Так, вот теперь восстанавливаем наши монетки, как раз. Идем по традиции в нашу гавань, смотрим, что здесь есть. Гены, фигня. Вот, купить баксы, это всегда хорошо. Так, обменять три вот этих на вот это. Пойдет, пусть будет. Меньше хлама будет у нас. За 3000 монет. Фу, купить 1000 генов. Вообще подарок. 100 баксов тоже на дороге не валяется. Так. Нет, випочки нет. О, за 12 миллионов купить очков. Это круто, ребята. Так, ну за 10 тысяч очков. Нет. Нифига себе, ребята, мы насобирали. Давайте тогда откроем карточек. Фартануло нам. Птеродаустро. Отлично. Так, еще на одну карточку хватит. У, хайнозавр. У меня уже не попадался хайнозавр последний раз. Ес. Хватило еще на одну карточку. И птеродактиль. Еды, по-моему, нам добавило. Короче, вообще мы шикуем, ребята. У нас все шикарно. Так, давайте восстановим немножко наш баланс по монетам. Ну, я тут сейчас дособираю все. Куда я зашел? Случайно, не хотел. Ну, тут у меня, короче, денег хватит. Да ну что ты будешь делать? Ну, короче, я там, ребятки, как говорится, дособираем. Так, теперь нам нужно. Нам нужно вот это все барахло просто продать. Я его здесь выращиваю уже неделю. Просто продаем. И мазозавра даже продаем. По-моему, у меня полная коллекция их уже. В общем, короче, гавань это наше все. И генов купить, и випочков, и чего хочешь, можно только купить. Всего, чего пожелаешь. А, качать, ребята, оказывается, нам пока что особо некого. Редкий случай, когда у нас есть еда, но некого качать. Ну, давайте сделаем 20-го артакона, он не помешает. Та-дам-пам-пам. Прам-пам-пам. Есть у нас такой. И его еще тоже покормим. Ну и теперь нужно приступать к этому бою. Кстати, появилось шоу арены Птеранодон. Ладно. Так, нужен рифовый. Рифовый, ну, водный. У меня плотозавров еще мало. Водный. И мазозавра взять, допустим. Ну, пусть будет так. Тысячу. Да, можно атаковать. Останется меньше половины у него. 20 баллов там разница, даже меньше. Ура! Так, а там кто у нас? Не стиксозавр, плезиозавр у нас там. Он нам ничего не сможет сделать, он сейчас подменит. 4 балла сейчас, по-моему, завалит моего аркуна. Ну, нет, зря. Он бы, если бы подменился, больше бы вреда мне нанес. Так, раз. Два. Ладно, нас завалит тогда плотозавр, но мы за счет нашего плотозавра сможем накопить баллов, или за счет мазозавра сможем накопить баллов. А, понтовый у него удар. Понтовый это все-таки не вот тот оранжевый, не тилозавр, ё-моё.
Ура, справились. Первый бой у нас за плечами. Так, идем мы на второй. Давайте опробуем нашего нового испеченного Артакона. 30-го я беру. Ну, пусть будет 30-й. Так, потом возьмем... Так, не, наверное, это я зря так делаю. Не, рифовых мало. Рифовый один. Ладно, вот так возьмем. Возьмем вот так и еще, и вот так. Опробуем сразу с двух сторон, так сказать. В атаку. Так, он подменился. Неплохо так атакует. Но 2000 не страшно. Блин, у него три удара. Не-н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 е. Караул. Завалил. Печалька. Я потерял своего самого важного динозаврика. Два удара. Блин, ой, не знаю даже, как я буду справляться сейчас. Ну хорошо, что этот уже почти покойничек. Три удара. Не атаковал. Надо было, наверное, 5 атаковать. 2-2-2 не хватит. А-а-а, хотел же 5 атаковать. Атака на все 6. Это неплохо на самом деле. Вот какой, какой противный. Так, атакуем на 1. Раз, два. Два в защиту. Да, вот так вот сделаем. Больше в защиту ставить вообще незачем. Так что 20-й даже Артакон неплохо справляется с этими всякими черепахами. Кстати, да. Ну, точнее, Архелон это черепаха, а Генодус это не черепаха. Генодус это что-то более древнее и примитивное. Но, по-моему, это не Генодус, не черепаха. Это какая-то амфибия другого немножко рода. Но Архелон чисто, чисто морская черепаха. Собрать, и еще один бой нам нужно провести. Так, возьмем Тилозавра. Против Генодуса возьмем Артакона, а против Артакона возьмем Хайнозавра. В бой. Наша победоносная троица. Тилозавр вообще с невероятным ударом. Конечно, атакуем. Чуть челюсть не выбил нашего Артакантуса у противника. Так, он сменился, у него остался один удар. Он бьет. И я сменюсь, и я ударю. У нас такой размен идет в мою пользу. Я бью больнее, больнее. Он опять меняется. Но на этот раз не бью. Я меняюсь и бью. Легко. Правда, зря потратил один бальчик, но это не страшно. Оу, больно, больно было, больно. Так, у него было 3 балла, он атаковал на 1. И все баллы перенес, гаденыш. Так, но теперь Артакон.
гигантский. А у него просто название, видите, у него просто название гигантский. Артакон не написано. 7 ударов. О, и он бьет на все 7. Смотрим. Что это было за сальто-пируэт? Вау-вау-вау-вау. Красавчик. Так, сейчас хайнозавр перекусит его ракушку пополам. Он гигантский. Смотрите, какой артакон гигантский. С длиной чуть ли не хайнозавра. Нормалек так. Нас наградили. Ура, ребяточки, мы с этим справились.